Ну что, приятно. Приятно, что партнеры по команде доверяют и что удается реализовывать свои броски. Почти половину я забил с подбора на чужом щите. Так что где-то случайность, где-то просто работа на щитах. Да, ездил на несколько турниров 3 на 3 в Тверь, в Минск и в Сочи. Вот, но нигде выиграть не удалось, везде проиграли в полуфинале. Да, конечно, болел, кричал за шведа, радовался. Но впечатления, на самом деле, они превзошли ожидания. Поэтому можно гордиться их результатом. Конечно, если бы они вышли в финал, это был бы уже просто сверхрезультат. Не знаю, тенденция мне не очень по душе. Еще минус одна команда. Поэтому остается только надеяться, что что-то будет идти в лучшую сторону. Ну, естественно, мы с голсапсами будем подключаться. Ну, по вторым составам все примерно то же самое. Московский, Роснефть, голсапс и мы. Ну, ОЭК, правда, нас очень сильно огорчил. Не знаю, это закономерно или какая-то случайность. Но, видимо, они тоже будут бороться за призы.